Приветствую, дорогой слушатель, у микрофона Костя Суханов, и сегодня мы продолжаем полюбившуюся уже многим серию «Рассказы об охоте и рыбалке». Напомню, что здесь, в этой серии, участвуют рассказы только настоящих рыбаков, охотников, путешественников, таежников, словом, людей настоящих во всей степени. Я с удовольствием прочту в этой серии рассказы ваши, если вы мне их пришлете. Помните, возможность такая есть. Ну а пока, уж конечно, простите за кламбур, в этой серии целая серия дневниковых записей рассказов Григория Анисимовича Федосеева. Не забывайте делиться, колокольчики нажимать, лайки ставить или даже дизлайки. И мы начинаем. Третий рассказ в серии рассказы об охоте и рыбалке. Всю серию можно послушать на YouTube-канале актер Костя Суханов в отдельном плейлисте. Григорий Анисимович Федосеев. Последняя песня. В тот год ранней весной наша экспедиция пробиралась вглубь Восточного Саяна. Шли тайгой. После ночного урагана все окружающее нас пространство покрылось свежей белизною, под ногами похрустывал скованный ночным морозом снег. Лошади, вытянувшись гуськом, шли навстречу наступающему дню, и часто мы слышали ободряющий голос Днепровского. «Ну ты, Борка, шевелись!» Полудню дорога размякла. Бедные лошади! Сколько мучений принес им этот день! Они беспрерывно проваливались в глубокий снег, и нам то и дело приходилось вытаскивать их, переносить на себе вещи, сани. Но нужно представить себе нашу радость, когда еще далеко до захода солнца мы увидели впереди ледяное поле Мажарского озера. На противоположной стороне, там, где протока соединяет два смежных водоема, показалась струйка дыма. Это была Мажарская рыбацкая заимка. Лошади, выйдя на лед, прибавили шагу, и скоро мы услышали лай собаки встретил рослый старик с большой седой бородой. Он молча подошел к переднему коню, отстегнул повод и стал помогать распрягать лошадей. Старик часто покрикивал на людей, торопил всех. Можно было подумать, что мы его давнишние знакомые. «О, «Вот, и к нам люди заглянули!» Наконец, сказал он, когда распряженные лошади стояли у забора. «Добро пожаловать! Человеку всегда рады!» Продолжал старик, поочередно подавая нам свою большую руку. Это был рыбак из Черемшанского колхоза, дед Родион. Люди расположились в поставленных на берегу палатках, а вещи сложили под навес, где хранились рыбацкие снасти. Хозяин гостеприимно предложил мне и моему помощнику Трофиму Васильевичу Пугачеву поселиться в избе. Это было старое зимовье, стоявшее на пригорке у самого обрыва. Когда мы вошли в него, уже вечерело. Тусклый свет, падающий из маленького окна, слабо освещал внутренность помещения. Зимовье было разделено дощатой стеной на кухню и горницу. В первой стоял верстак, висели сети, починкой которых до нашего прихода занимались жена и дочери рыбака. Горница содержалась в такой чистоте, будто в ней никто и не жил. Пол, столы и окна были добило выскоблены, как это вообще принято в Сибири, и все остальные вещи носили отпечаток заботливости хозяйки. Через полчаса горница была завалена вьючными чемоданами, свертками постели и различными дорожными вещами. Нам предстояло прожить на заимке несколько дней, перепаковать груз, приспособив его к дальнейшему пути, и обследовать район, прилегающий к Мажарскому озеру. Распаковывая на полу вещи, я случайно заметил выглядывавшие из-под занавески черные лапы какой-то большой птицы. Это оказался белый лебедь. Он, будто испугавшись шума, который мы принесли с собой в горницу, забился в угол. Птица была крупных размеров, с роскошным оперением. Я знал, что в этих местах лебеди не живут, и, любопытствуя, сейчас же спросил о нем старика. «С прилета остался», — был его короткий ответ. После того, как вещи были распакованы, горница приняла совсем другой вид, мы сели ужинать. Хозяйка подала на большой сковороде сочной жареных на масле с луком свежих сегов. Запах этого вкусного блюда уже с полчаса дразнил наш аппетит. Ну, конечно, не обошлось и без стопки водки. С дороги было положено. Сиги, как известно, рыба вкусная. Тут и приготовлена она была замечательно, по-таежному посему пришлось выпить по второй. Старик повеселел, стал разговорчив, и хозяйка, видя, что дело может затянуться, стала налаживать вторую сковороду рыбы. «Лебедь-то этот в прошлом году на озере жил». А вдруг почему-то вспомнил рыбак про птицу. Мы насторожились, и обычный застольный разговор сразу оборвался. Вот уже и много времени прошло, как с озера его принесли, продолжал он. Забыть не можем. Жалко птицу. И старик стал рассказывать нам печальную историю этого лебедя. Зная хорошо природу и жизнь птиц, он рассказывал красочно. То, что он сам был свидетелем происшествия на озере, делало его повествование правдивым. Рассказывал он взволнованно, не обрывая фраз. Видно было, что старик не впервые вспомнил об этом. Вероятно, всегда, как и в этот раз, пригорюнившись, слушала его рыбачка. Поздно уже ночью я вышел из избы. В палатках было тихо, отдыхали лошади, спала тайга. Сквозь ночную тьму на востоке вырисовывались белые гряды Саянских гор. Они, как и все окружающее, спали под покровом темноты. Я вернулся в горницу и, находясь под свежим впечатлением, написал тогда же рассказ про лебедя, так как сложился он в моем воображении. Поддержать исполнителя всегда можно абсолютно из любой точки мира, невзирая ни на какие санкции. Для этого существует сайт Boosty2, также приложение Boosty. Найти меня там очень легко. Достаточно ввести Костя Суханов. На главной странице будет моя фотография с микрофоном и написано «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». На Бусти можно не только поддержать, но и слушать, смотреть и абсолютно бесплатно скачать любую мою аудиокнигу. А также ссылки на Бусти есть в любом официальном ресурсе, где я выкладываю аудиокниги. Приятного прослушивания. Мы продолжаем. В предутренней прохладе дремали седые вершины Саян. Еще робкие, но уже яркие лучи утреннего солнца играли по безоблачному небу. Склоняясь, они падали на горы и, ломаясь, то исчезали в цирках, то внезапно появлялись, освещая скалы и снежные вершины гольцов. Внизу, прикрывая равнины, лежал густой туман, Прикосновение лучей солнца он дрогнул, качнулся и, будто в испуге, стал отступать вглубь гор. Там, раздираясь о а выступы скал, он редел и спускался на дно глубоких ущелий. В это майское утро под тенью вековых пихточей дремало Мажарское озеро. Природе угодно было создать это озеро у подножья гор, у самой границы с равниной. Оно состояло из трех водоемов, как близнецы, похожих друг на друга и соединенных между собой неширокими протоками. Величавый голец Козя, круто спадая к озеру, питал его бесчисленными ручейками, они зарождались в узких щелях гольца у снежных лавин и надувов, и, переливаясь по камням, с шумом бежали все лето. Голец, как страж неподвижно, веками стоял у Мажарского озера, храняя его от восточных ветров и снежных буранов. На запад от озера раскинулась равнина, покрытая мертвой тайгой, погибшей от лесных вредителей. И поглощающая тишина постоянно царит над этой скучной низиной. Разве только ранней весной на старом забытом таку защелкает глухарь, да поздно осенью случайно забредет туда и юбр. да в поисках самки ревом своим разорвет тишину. Озеро было темно-голубого цвета и с высоты казалось кусочком неба, запрятанным в тайге. Вся пролетная птица знала его. Где бы ни лежал путь стаи по Енисею или через снежные вершины Саян, она непременно заглянет на это озеро, чтобы покормиться и отдохнуть. Много там сбиваются птицы ранней весной. Лишь только солнце скроется за равниной, как вереница за вереницей потянутся утки, закружатся стаи гусей, лебедей. И долго потом слышится на озере крик, драка, возня. Но с полуночи гомон стихает, засыпает уставшая птица. Не спят только сторожа, и в тишине весенней ночи, то близко в камышах, то где-то далеко слышится их перекличка. На крутом берегу, там, где протока соединяет два южных водоема озера, с давних лет приютилась заимка. Она состояла всего из нескольких избушек, старых, сгорбленных и почерневших от времени. В этой дальней заимке жили колхозники-рыбаки. Лето и зиму они проводили на озере, ловили сигов, щук, куней, а ранней весной бросали рыбачить и занимались промыслом птицы тот майский день жители заимки проснулись рано. Еще не успел исчезнуть с озера туман, как задымились трубы, и во всех дворах засуетились люди. Весенний перелет птицы уже закончился, и рыболовецкая артель готовилась к весенней путине. Весь день мужики были заняты работой. Проверяли сети, плели корчашки, возились у лодок, а вечером, когда солнце, прячась за далеким горизонтом, убирало с гор свои последние лучи, они собрались на пригорах поговорить о предстоящей рыбалке. Но не успели они переброситься и несколькими словами, как вдали послышался крик птиц. Все прислушались. Крик становился слышнее и слышнее. Всматриваясь уже в наступившие сумерки, рыбаки увидели стаю белых лебедей. Покружились они над озером, покричали и сели на ночевку. Все были удивлены таким поздним появлением птиц. Одни говорили, что лебеди заблудились и ищут свой путь к северу, другие видели в этом дурную примету. Но пока мужики спорили между собой, рыбак Архип взял ружье и пошел скрадывать птиц. Уставшие птицы отдыхали недалеко от берега. Подкрался он к ним и выстрелил. Тая шумно поднялась в воздух и исчезла в темноте. Только один лебедь долго бился о воду. Он был тяжело ранен и скоро умер. Поздно вечером вернулся охотник с добычей. Негоже, стрелять лебедей-то, беду в дом накликать, ругала архипа жена. Неси, куда хочешь! Недовольны были все рыбаки. Не принято у них промышлять лебедей. Ровно в полночь, когда все спали, над озером вдруг послышался лебединый крик. Он разбудил жителей заимки. В избах зажгли огни. Все так и решили. Кричит убитая птица. А утром, когда вышли на пригорок, увидели на том самом месте, где Архип добыл птицу, большого белого лебедя. Он бросил в пути стаю и вернулся, чтобы разыскать свою подругу. Из огольца козя вырвались первые лучи солнца и ослепительным снопом света упали на озеро. Зоры рыбаков были прикованы к сидящему на воде лебедю. Он вытягивал шею, всматривался в камыши, прислушивался к плеску волн и все кричал, звал подругу. Ян, Ян, Ян доносилась из водоема. Иногда до слуха лебедя долетал крик, видимо, похожий на тот, который он ждал. И тогда лебедь плыл вперед навстречу этому звуку. Рыбаки слышали тихую, еле уловимую песню. Он пел ее весной на далеком севере своей подруги. Только ей были понятны эти звуки, в которых было столько любви и нежности. Но лебедь ошибался. Это было только эхо его крика, изредка доносившееся от гольцов. Оно не повторялось, и песня любви смолкала. Он возвращался на прежнее место, и рыбаки вновь слышали его печальный крик. Янг, янг, янг. Во вторую ночь пуще прежнего кричала птица. Она часто подлетала к избам, и ее крик всю ночь до зари висел над заимкой. Понял Архип да поздно, что зря погубил птицу, напрасно обездолил птицу. Так лебедь и не улетел. Он будто забыл про север, про родные озера и просторы тундры. Он не верил уже звукам, не бросался на шелест камыша и в плеске волн, не улавливал знакомого призыва. Чем и когда он питался, никто не видел. Одни безудержно летели. Наступило жаркое лето, лебедь начал линять, он совсем не летал и, как памятник, маячил на месте гибели подруги. В напряженном труде рыбаки забывали об одиноком лебеде, в его крики, которые они теперь редко слышали, угасала надежда. За летом незаметно подкралась и осень, смолкали звуки в тайге повела трава. Предупреждая о грядущих днях, на вершине гольца выпал снег, а горы все чаще и чаще стали покрываться туманом. Холодные ночи взбудоражили птиц, по-осеннему зашумела тайга. Еще несколько дней, и курчавые березы, украшавшие все лето склоны гор, пожелтели. В этих осенних красках уже не было блеска игры, жизни. Перекатываясь по тайге, летели на юг стаи мелких Птиц. Следом за ними летели журавли. На озере рыбаки уже не раз видели пролетных чаек. Они были первыми вестниками начинавшегося перелета птиц. Не замечал наступающий осень только лебедь. Он оставался на том же месте, совсем не летал и только изредка его одинокий крик нарушал тишину водоема. И стая уток, уже появившаяся на озере, казалось, было бессильно пробудить в нем могучий инстинкт перелета. Как-то совсем неожиданно теплый день сменился холодной осенней погодой. С неудержимой силой повалила птица на Мажарское озеро. День и ночь шли табуны, летели отставшие от своих ста одиночки. Пережидая непогоду, вся эта масса птиц оседала на озере. Огромные табуны, шелохвостики, красноголовых связей, кряковых покрывали берега. Купаясь в волнах водоемов, плавали стаи кархалей, нырков и других птиц, покинувших родной север. В камышах и по заливчикам шныряли черки. Позже появилась белолобая казарка. Гонг-гонг-гонг! Перекликались вожаки. Эти осторожные птицы долго кружились над озером, затем спускались на воду и терялись в общей массе птиц. Лебедь будто потерял зрение и слух. Он по-прежнему оставался равнодушным к перелету. Ведь ежегодно осенью, как и все перелетные птицы, он был охвачен желанием лететь на юг. Теперь, присутствуя на озере даже казарок, с которыми не раз его стая делила невзгоды в пути, казарок, не нарушал его покоя. И вот уже на закате дня, когда все окружающее готовилось к ночи, и на озере затихал птичий шум, в небе появилась первая стая лебедей. Завидев озеро, вожак отрывистым звуком предупредил стаю о предстоящем отдыхе. Крик радости вырвался у других птиц. Рыбаки, наблюдавшие за стаей, видели, как сидевший на воде лебедь порывисто бросился навстречу. «Ку-ку-янг! Ку-ку-янг!» Чуть слышно кричал он и метался по озеру следом за стаей. В этих гортанных звуках будто снова проснулась надежда. Не ломая стройного перелета, стая сделала большой круг и пошла на посадку. Лебедь торопливо плыл к ней, но чем меньше становилось расстояние между ними, тем неувереннее были его движения. Он чаще останавливался, прислушивался к звукам, доносившимся до него, и все реже, реже и реже кричал. Стая, заметив одинокую птицу, недоверчиво насторожилась. Лебедь не присоединился к ней, да и птицы не проявили к нему заметного гостеприимства. Они, не задерживаясь, отплыли к берегу, и густые заросли камыша упрятали их от недоуменных взглядов рыбаков. Лебедь долго смотрел им вслед, но вот снова послышался лебединый крик. Еще и еще стройные цепочки белых птиц непрерывно подлетали к озеру, смешивались, кружились и с криком опускались на воду. Лебедь бросался то к одной, то к другой стае, прислушивался к их говору и, не переставая, кричал «Ку-ку, Янг! Ку-ку, Янг!» Он не присоединился ни к одной стае, хотя каждый из них, появляясь над озером, вызывало в нем беспокойство и рыбаки понять не могли, что искал одинокий лебедь. Им тогда казалось, что его глухой и отрывистый крик был непонятен стаем, вот почему ни одна из них не приняла его в свою семью, будто не было между ними родства. Прошло еще несколько дней, и с тайги слетел красочный наряд. Умолкли ручейки, впадавшие в озеро, и не раз над водоемами уже кружились белые пушинки снега. Заканчивая перелет, все реже и реже летели птицы. Теперь в их полете была заметна поспешность. Они садились на озеро, чтобы только отдохнуть часок другой и не задерживаясь исчезали за южным горизонтом. Только осиротевший лебедь не проявлял беспокойства, и в наступавшей после отлета птиц тишине уже никто не слышал его крика. Все жители заимки были обеспокоены странным поведением птицы. Они не понимали, почему лебедь не летит в теплые края. Чего ждет он, прислушиваясь к безмолвию уже умирающей природы? Рыбаки снова ругали Архипа за выстрел, принесший лебедю так много страданий. Сами лишний раз убедились в том, что нельзя убивать этих красивых и нежных птиц, которых... Природа одарила сказочным чувством любви. И вот однажды на закате дня рыбаки услышали отрывистый четкий крик. Он был похож на тот, который издавал лебедь. Люди вышли на пригорах. Паясь в лучах заходящего солнца, летела последняя стая лебедей. Плавно махая крыльями, птицы приближались к озеру. Ку — Ку-ку-янг! Прокричал еще раз вожак и, ставим, молча стал разворачиваться у дальних островов. Это был условный крик. Он обозначал, в зависимости от интонации голоса вожака, перекличку, подъем или предупреждение об опасности. Будто. То вспугнутый выстрелом лебедь бросился на этот крик. Он узнал родную стаю, ту, которую покинул еще весной, и в его ответном крике ясно слышалась радость. Он торопился, пытаясь взлететь, хлопал крыльями и все громче громче кричал. Ведь он давно поджидал свою стаю таю, искал ее в несчетных табунах и в хоре голосов перелетных птиц. Наконец он узнал знакомый голос вожака, близкий и родной ему клич. Стая услышала его зов, она вдруг повернула и закружилась над ним. Одинокий лебедь продолжал хлопать крыльями, громко кричать. Он, видимо, боялся, что стая не услышит его и улетит. Но вожак подал спокойно. Двойный, ободряющий звук, и белые птицы шумно опустились на озеро. Рыбаки долго стояли на пригорке. Они видели, как торопливо подплыл лебедь к стаи. Долго слышали его одинокий голос. Постепенно к его голосу присоединились другие, их становилось все больше и больше. И наконец они перешли в непонятный птичий гомон. «Стая узнала лебедя», — говорили рыбаки, и у них спокойнее становилось на душе. Холодная ночь подкрылась тихо, незаметно. В густом мраке уснуло озеро. У берега тихо наставал лед. Сквозь ночную тишину беспрерывно просачивались таинственные звуки. Они зарождались в дальнем углу озера, там, где ночевала последняя стая лебедей. Близилось утро, сквозь нависшие тучи белел рассвет, Где-то за зубчатым горизонтом нарождался день. Стая еще до рассвета покинула место ночевки. Она готовилась к отлету. Все жители заимки в это раннее утро были на пригорке. Не вышли проводить любимую птицу. ку ку янг Вдруг послышался голос вожака, и сейчас же поочередно ему ответили все птицы. ку, -ку ку повторил он громко и, развернув тяжелые крылья, пошел на взлет. Следом за ним, сбивая шум на воду, стали подниматься остальные птицы. Только последний лебедь долго бежал по воде, хлопал полураскрытыми крыльями, кричал, но оторваться от озера не смог. Стая поджидала его, сделала в воздухе небольшой круг и стала набирать высоту. Ку-ку-янг, ку-ку-янг! Кричал ей вслед оставшийся на воде лебедь, будто просил стаю не оставлять его одного. Лебеди не вернулись, они потянули на юг и затерялись в сером облачном небе. Одинокая птица долго еще кричала, прощаясь со стаей. Затем она вернулась на свое место и, как прежде, стала молчаливой. В этот день рыбаки ждали непогоду, усиливался ветер, шумела тревожно тайга, висевшие над горами тучи вдруг нахмурились, закачались и понеслись в неведомую даль. Это был первый день наступившей зимы, природа отметила его большим снегопадом. Крупные хлопья снега вначале падали редко, неуверенно, но затем повалились с невероятной силой. Все кругом побелело, повисло, прижалось. Под снегом упрятались последние признаки осени, и лишь озеро, теперь совсем потемневшее, еще сопротивлялось зиме. К вечеру затих ветер и прекратился снегопад, звездное небо предвещало мороз. На озере было спокойно, только изредка потрескивал, настывая прозрачной коркой лед. Он все ближе и настойчивее подступал к лебедю. Теперь в бескрайнем снежном поле он остался один. Янг, Янг, в тиши морозной ночи слышался его одинокий голос. Протяжные звуки волнами разносились по всем уголкам водоема. Они повторялись чаще, громче, были очень похожи на те, которые лебедь издавал весной. Встреча со стаей, видимо, с новой силой воскресила в его памяти подругу. И в беспрерывных звуках, которые стали похожи на песню, не угасала печаль. Янг, янг, та-та-та, янг. Эти звуки то замирали, сливаясь в одну тоскливую мелодию, то возрождались с невероятной силой. И тогда рыбакам, слышавшим песню лебедя, чудилось, будто плачет он, прощаясь с подругой. Печальная песня становилась все тише и тише, и в полночь оборвалась. Ее сменили глухие удары крыльев о воду. Эта птица отбивалась от наседавшего льда. Утром в небе блеснуло яркое солнце, алмазными искрами заиграл иней на льду уже замерзавшего озера. Рыбаки вышли на пригорок и удивились. На озере не было птицы. До прибрежного камыша тянулась темная полоска изломанного льда. Это был след лебедя. Там, в густом камыше, где кончался лед, лежал в распластав по льду крылья лебедь. Он не добрался до берега, обессилил и умер. Только тогда и догадались рыбаки, что в эту холодную осеннюю ночь он пел свою последнюю лебединую песню. Рыбаки принесли мертвого лебедя на заимку. А дед Родион сделал из него чучело, которое мы увидели в его зимовье. Я очень благодарю за внимание всех вас, дорогие слушатели. Спасибо, что слушаете хорошую литературу. Поддержать дальнейший выход рассказов в этой серии или другие аудиокниги, которые мы бесплатно с вами вместе выкладываем для всех и слушаем и обсуждаем. Всегда можно отправив небольшую материальную поддержку на номер.

Если вы хотите заказать выход какой-то определенной книги, стать меценатом целого произведения или хорошее поздравление для близких, которое стоит как букет цветов, но останется на всю жизнь, все это на этот же самый номер. Плюс 7 901 715 27 88 в Телеграме, в Ватсапе или просто на мобильный. Ну и на Тинькофф со Сбербанком тоже туда. Обязательно присоединяйтесь в Телеграм-канал Аудиокниги читает Костя Суханов. Вконтакте, Одноклассники, Бусти, сайты Акнига.орг и Книга в Ухе – все это официальные площадки, где я публикую аудиокниги. Добро пожаловать! Очень удобно, действительно удобно слушать на мобильном с выключенным экраном в Телеграме или на Бусти. На Бусти, напомню, можно и скачать везде-везде – Добро пожаловать, хорошие люди! Огромное спасибо за внимание. Долгих-долгих хороших лет вам и вашим близким успехов, удачи, любви. Для вас читал с любовью и уважением актер Константин Суханов.